Магаданская ТЭЦ на 2 недели приостановила подачу горячей воды. Ее отключили сегодня в понедельник, 27 июля. До 9 августа на станции отремонтируют оборудование, которое невозможно привести в порядок без полной остановки механизмов. Кроме этого, специалистам предстоит наладить установку подпитки теплосети, с помощью которой на ТЭЦ готовят горячую воду. Это позволит обеспечить надежную работу оборудования в пиковые нагрузки. Компания по подготовке к отопительному сезону на ТЭЦ стартовала несколько месяцев назад. Энергетики уже выполнили капитальный ремонт части необходимого оборудования. Своевременно идет завоз угля. На станцию доставлено почти 90 тысяч тонн твердого топлива из необходимых 250. Поставки угля будут идти по графику до ноября.